Мы будем просто по всем голосам во время этого. Вы оставьте все равно. Мы знаем о том, что как воевал дьявол рода человеческого против Бога. Он воевал через людей. И в частности, в сегодняшний день мы вспоминаем подписанный ужасный документ о геноциде казачества, казачьего народа. А это значило то, что нужно было уничтожить веру на корню. Потому что казачьи семьи, казачий народ, он в первую очередь свою жизнь, всю свою жизнь проходил, руководствуясь священным писанием, священным преданием и верой наших предков, отцов, прадедов, бабок, и он ее держал. Как нужно было сломить народ? Как нужно было его обрубить, уничтожив в первую очередь казачество? Казачество – это великий дух воинов православных. И воинов – это не только слова, что воины должны сражаться именно на поле боя, на поле сражения, а казаки сражались. Но война, она была всегда. Война была всегда, где поле боя было сердце человека. А воевал дьявол против Бога, мы знаем. Мы знаем не только тех казаков, которые погибли, и не только казаков, но и целых семей. Вырезали полностью все семьи. И если мы посмотрим документальные съемки, прочитаем документы тех страшных событий, уничтожались не только взрослые казаки, но и жены их. Уничтожались дети все от 5 лет, мы знаем. В некоторых документах было написано от 7 лет, в некоторых даже от 3 лет. Было страшное побоище, можно сказать, одностороннее. Потому что тот воинствующий народ, безбожный народ, мы знаем это уже, что они были безбожники, без Бога. Они пытались его уничтожить, но насколько было скудоумие и малоумие этих людей. Как можно бороться с Богом через братьев своих, через сестер своих, через сродников своих, близких людей? Как можно было добиться правды, совершенной ложью? Как ее можно добиться? Никак. И мы с вами должны понимать, что эти люди шли, казалось бы, к будущему, к прекрасному будущему, но через что они считали? А мы считаем, через кого? Они шли также через людей, через трупы, через убийства, через страшное насилие. И, само собой, это действие, оно было совершенно бесправным. Поэтому вот сегодня и этот год мы уже в 100-й год вспоминаем те страшные события. Будем, не переставая, молиться за тех людей, кто погиб в эти страшные годы. А они у престола Божия будут молиться за нас. Потому что кто за отчизну, за веру, за друзей своих душу положил, Господь говорит о таких людях, что нет больше любви. То есть нет большей заповеди соблюдения любви, а они соблюли эту заповедь. Поэтому мы чаем, то есть надеемся о том, что они сейчас стоят и молятся за нас с вами. А мы будем молиться за них. И мы будем молиться еще, дорогие мои, о том, чтобы Господь простил тех людей, кто это творил. За них тоже нужно молиться. За всех нужно молиться.
Если мы вспомним, что Господь молился за тех людей, кто Его распинал, уже вися на кресте, страдая, Он молился и говорил: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят», то есть не знают, что делают. Вот так и этот народ, одурманенный какой-то непонятной свободой, творил страшные дела. Понятно, что были люди, которые и подстрекали к этому насилию. Понятно, что были кто-то, кто заводил этих людей. Мы будем молиться и за них. Господь молился за своих обидчиков. И нам велел молиться за врагов своих, не только за друзей и за ближних своих, но и за врагов своих. Господь говорил: молитесь за них, поминайте их. Поэтому мы будем у Бога просить, чтобы Господь простил их. А сейчас мы с вами совершим заупокойную литию о тех православных христианах, которые погибли в годы страшного гонения и страшных репрессий. Святый посетитель, ненавидящий имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твоей Сыну и Святому Духу, Украине, Христу, во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да преречится. Oh.
Люди идут.